Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа днем на пересечении улиц Колдоякова и Зерделі. Здесь столкнулись «Мерседес» и «Нексия». По словам очевидцев, водитель «Нексии» двигался со стороны Абая в сторону улицы Алпузбаева. В этот момент с улицы Зерделі выехал «Мерседес». На перекрестке произошел сильный удар. «Нексия» отлетела на несколько метров и врезалась в столб. Пострадавших нет. В деталях аварии разбираются правоохранители. Пожар произошел 28 августа вечером. Огонь охватил легковой автомобиль «Мерседес-Бенц» по улице Аргунбекова. На место происшествия выехали пожарные расчеты, которым удалось потушить огонь в течение 10 минут. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется. На место происшествия были задействованы 10 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники. На 5 лет осудили за кражу скота жителя Шымкента. Жертвами скотокрада стали жители населенных пунктов на окраинах города. В полицию обратились 4 заявителя. У них похитили пасущийся возле дома скот. Факт полицейские зарегистрировали по статье «Скотокрадство, совершенное неоднократно», и приступили к розыскным мероприятиям. Стражи порядка задержали 28-летнего жителя города, причастного к хищениям. Выяснилось, что животных, оставшихся без присмотра, он увозил на своем автотранспорте и продавал. В настоящее время украденный скот вернули владельцам. Материалы уголовного дела после завершения расследования следователи направили в суд. Приговором суда мужчина лишен свободы на 5 лет. Стоит отметить, что кража скота с декабря 2019 года входит в число преступлений тяжкой категории. Спасатели подвели итоги ушедшей недели. С 21 по 27 августа подведомственными подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям было совершено 186 выездов. 2 раза пожарные выезжали на тушение пожара. Также было зарегистрировано 102 случая горения. 20 раз шымкентцам понадобилась помощь спасателей. Они спасли 6 человек, 4 из них – дети. Согласно данным прошлой недели, показатель пожара уменьшилось на 80%. По утвержденному алгоритму отработано 4 сообщения о штурмовом предупреждении, которые подведены во всех государственных органах и населения города. На телефон 112 101 от граждан поступило свыше 9181 звонков, из них экстренные более 209 и экстренные 8972. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкент призывает вас соблюдать меры безопасности. Пропавшего инвалида нашел и вернул родным полицейский Шымкента. С сообщением о пропаже брата обратилась местная жительница. 50-летний мужчина, инвалид первой группы, который не может внятно говорить и самостоятельно ориентироваться на местности, ушел в неизвестном направлении, когда они совершали покупки на рынке. Спустя несколько часов полицейский нашел мужчину по Тамерланскому шоссе, почти в 4 километрах от рынка. Родственница выразила искреннюю признательность стражу порядка за профессионализм и неравнодушие к чужой беде. Учения прошли в многоэтажном жилом комплексе. По задумке пожарных, возгорание произошло в квартире, расположенной на 8-м этаже из-за короткого замыкания электропроводки электрочайника. Был риск распространения огня вышестоящего этажа. Жители жилого комплекса сообщили о пожаре по номеру 101. К месту возгорания были направлены силы и средства. Целью данных учений является формирование и укрепление культуры безопасности среди населения, а также отработка навыков личного состава подразделений противопожарной службы, тушение пожаров и спасение людей в зданиях высотных. В учениях были задействованы 8 единиц основной и 4 единицы специальной пожарной техники, офицерский и личный состав, сотрудники ДЧС, Центра медицинских катастроф, а также бригада скорой и медицинской помощи. Если при отоплении вы используете природный газ, содержите в чистоте газовые приборы, проветривайте помещения, не допускайте к газовым приборам детей, проводите технический осмотр специалистами, устанавливайте на газовое оборудование сигнализаторы на утечки природного и угарного газа. Не подвергайте себя опасности.